с пересадками орхидей и хочу вам кое-что показать. Это моя орхидея под названием Донателло. У меня есть видео уже несколько на канале, так что... Самая-самая моя первая орхидейка. Вот, и что при пересадке я обнаружила. Значит, вот. И вот. Очень похоже на цветоносы, но почему они так глубоко, я не могу понять. Вот и вот. На деток не похоже. Ну, хотя, я не знаю. А, чешутся у меня руки поделить эту орхидею, потому что корни тут уже очень старые. Сама она в возрасте. Вот. Когда я первый раз сажала субстрат, я подобрала не очень покупной субстрат со щепочек. Ну, там тонкие-тонкие щепки. И поэтому, ну, динамика развития корней, вот у нее только воздушные корни, а нижние корни, ну, такие себе, старые-престарые. Вот, и у меня, конечно, чешутся руки ее поделить, но, увидев эти цветоносы, я, наверное, этого делать не буду. Пусть побудет все так, как есть. Вот такой горшочек я ей подобрала. И пусть живет. Также я уже успела пересадить свою Sexy Pink. Вот так. Хорошая кора моя с мешка. Уголь. Мох. В середине тоже мох. Но в середине очень-очень мало я ложила мха. И сверху очень много мха. Также я пересадила свою реанимаху. Но она уже давным-давно не реанимаха. Она очень выглядит презентабельно по сравнению со всеми орхидеями моими. Вот это я выравниваю листочек. Он был крученный, потому что тут мешал цветонос. Я немножко переделала и зафиксировала. Вот. По сравнению... Да, по листам, какие шикарные листы. Вот моя реанимашка по корням. Сейчас я вытащу. По корням тоже. Там уже все в порядке. Очень много корней. Она постоянно растет, развивается и наращивает корешки. Вот, поэтому в этом горшочке ей точно будет комфортно. И такой же способ. Мох, уголь, кора. И сверху мох. Лесной. Пересадила Аиду. Ну, там лезут корешки. Немножко она запыленная. Не обращайте внимания. Не цвела она у меня в этом году. Не знаю почему. Пересадила. В общем, пусть развивается. Значит, какая у меня выросла? Она Рати. Она огромная, уже огромные листики и корешки, и там у нее корешки в активном росте, так что она растет. И мини-марк мой тоже не цвел, у него там какие-то такие штучки, похожи на деток, две были. Ну, мини-марк тоже нормальный, но он тоже у меня не цвел. Постоянно растит корни. Там зелененькая, под цветоносом засохшим. И еще где-то была маленькая, такая, похожа на прикорневую детку. Треснул лист, видите как? Там то ли корешок, то ли что. Затормозился в росте мой стюартиан. Сидит на месте. Я ему подсыпала торфом, потому что я его тоже пересаживала в чистую кору. А когда-то я ему подсыпала землю и торф.
Ему нравилось очень. Вот я опять ему подсыпала торфа. И мои фиалочки, шикарные, шикарные фиалочки. Нарастили уже очень много листиков. Так. И фиалочки я начала подкармливать фосфорным удобрением, потому что они уже как бы зеленую массу нарастили. А цвести не цветут, поэтому сейчас у меня эти две фиалочки загущены, я знаю, я их буду пересаживать и немножко снимать нижних ярусов листиков. Вот. А эти фиалочки у меня 4 раз, 2, 3, 4 могли бы и зацвести. Вот, поэтому активная подкормка у меня сейчас фосфором. И детки мои, это подарочки с листиков, которые мне приходили. Вот, они уже посажены на фитиль. Все, буду заниматься пересадкой дальше. Вот такие вот дела. По-быстренькому я вам рассказала, показала. Следующий у меня на очередь на пересадку, это попугай, который цветет без остановки. Он цветет. Доращивает цветонос, доращивает бутоны. Вот он уже такой блеклый, почти что белый. Но все равно продолжает цвести. Стоит в середине комнаты, где темно, сухо. Но мы цветем. Мы цветем. И я его планирую пересадить, потому что со дня покупки уже прошло больше года. Он ни разу не был пересажен, поэтому я его буду пересаживать. Вот так вот. Классный сорт. Девчонки, кто играется с орхидеями, опрыскивает, делает ей им какую-то определенную влажность, ну, именно для фаленопсисов. Я же вам говорю, стоит в середине комнаты, где освещение, ну, не ахти, скажем так. Вот. Мало освещения, очень сухой воздух. Режим у меня полива, когда вспомню, тогда полью. Вот. Поэтому орхидея больше сухая, чем перелитая. И это, кстати, хорошо. Но листики очень плотные. То есть тургора она не теряет. Ничего. Поэтому цветет без остановки. Вот он у меня зацвел на 8 марта. Вот с марта он у меня цветет. То есть цветочки эти отцветают, появляются новые цветочки. Постоянно он что-то доращивает. Но вот такие вот дела. Да. Так что всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.